Врачи стали активнее оплачивать капитальный ремонт. Собираемая взносов за последние несколько месяцев выросла на 20%. Стимулом для собственников, возможно, стало то, что с июля этого года фонд капремонта стал начислять пени на сумму долга. Пени рассчитывается по специальной формуле и зависит от размера задолженности. Так, например, если владелец квартиры не заплатил, к примеру, 10 тысяч рублей, то ежедневно должнику начисляют 2 дополнительных рубля. За год можно набежать около 500 рублей. Обязанность выплатить фонду все взносы вместе со штрафными процентами может перейти к наследникам должника или новым владельцам его квартиры после продажи. Первые пени в квитанциях собственники увидели в июльском платежном документе. В июньском было предупреждение о том, что эти пени будут начислены на всю сумму задолженности. Сейчас они в данный момент производятся уже третий месяц, но при погашении пени, при первой оплате его, собственники видят его все-таки и в следующих квитанциях, потому что согласно законодательству 155 статье пункту 14.1 пени начисляются с периодичностью в 31 день, то есть собственнику дается отсрочка, чтобы оплатить данную сумму. Если она не оплачивается, сумма, естественно, возрастает. Так, если собственник рассчитается 15 октября, то пеня на первые 14 дней месяца все равно будет начислена, что отразится уже в ноябрьской квитанции. Неуплата грозит не только увеличением задолженности, но и судебными исками. Не рассматривается без участия должника по решению суда, сумма долга может быть автоматически списана со счета недобросовестного хозяина квартиры. Подробную информацию можно получить, позвонив в колл-центр фонда. Он работает по будням с 8.30 до 17.30 и до 16.30 по пятницам. Телефоны 900-300, 8800, 550-94-90.